19 февраля 2015 года. Санкт-Петербург. Морская столица России. Традиционный ежегодный 116-й бал, посвященный дню рождения Санкт-Петербургского государственного политехнического университета. Я хочу вам пожелать, так как вы отобраны сюда специальные всей массы студентов, вы их лучшие представители, чтобы прежде всего у вас у самих было удовлетворение от того, что вы делали, было ощущение, что ваш труд завтра нужен нашей Родине, и что вы явно принесете огромную пользу всей нашей стране, всему нашему коллективу. И вы с честью принесете звание политехника.